Здравствуйте, друзья! Буквально сегодня в комментарии спросили, как теперь создавать сенсоры интеграции Utility Meter, которые позволяют учитывать расход чего-либо за заданный период. Думаю, что этот вопрос интересен многим, поэтому решил записать это небольшое видео. В качестве примера возьмем классику жанра «Расход электроэнергии киловатт-часы в месяц». Вот на примере розетки, которая имеет функцию энергомониторинга и показывает мощность нагрузки в ваттах. Тут, кстати, есть сенсор в киловатт-часах, но за весь период, а нас интересует заданный период. Для наших целей нужны показания в ваттах. Копирую название. Теперь переходим в меню автоматизации. Вкладка «Вспомогательная». Для начала нам нужно преобразовать ватты в киловатт-часы. Для этого добавим новый элемент платформы интеграции. В этой строке задаю имя, какое хотим. Я привязываюсь к оригинальному названию. Здесь указываем исходный сенсор мощности. Далее точность, например, до 3 знаков после запятой. Далее префикс «кило». И временной интервал час, есть еще секунды, минуты и дни. Подтверждаем. У нас появился сенсор, который занимается преобразованием мгновенной мощности в ваттах в киловатт-часы. Осталось их подсчитать. Создаем новый элемент Utility Meter. Задаем имя свое. Далее исходный сенсор, тот, который мы только что создали. Тут период измерения, есть много вариантов. Возьмем месяц. Тут указываем день месяца для обнуления показаний. Первый. Следующее поле предназначено для указания тарифов. Если он один, оставляем пустым. Подтверждаем. А это пример оформления в интерфейсе при помощи карточки Multiply Entity Row. Тут есть переключатель, текущая мощность и потребление за месяц. Код такой карточки можете подсмотреть на моем GitHub, ссылку оставлю в описании. На этом все. Надеюсь, информация была вам полезна и интересна. Буду благодарен за ваши лайки. До новых встреч!